снова мы на канале Булаточка Marketplace. Сегодня, 10 мая, мы производим отправку еще одного мотоблока под маркировкой VM900M-3 в комплектации Deluxe. Этот мотоблок уезжает в Ивано-Франковскую область, в город Снятин. И наш покупатель заказывает услугу доверия. В услугу доверия входит ознакомление с его приобретением. Покажем его комплектацию и сделаем запуск данного мотоблока. То есть мотоблок по услуге доверия проходит с предпродажной подготовкой. Вот такой мотоблок Weimo VM900-3. Что же это за мотоблок? Это усовершенствованная модель предыдущей его маркировки VM900. Но сейчас этот мотоблок укомплектован трехскоростной коробкой переменных передач. Вот показано, у нас получается есть нейтраль, есть задняя, то есть третья, вторая. Вот. Задняя, нейтраль, третья. Вторая и первая. Вот. Специально сделан, выведен вал отбора мощности. Мотоблок укомплектован двигателем мощностью 7 лошадиных сил, 212 кубиков. В услугу доверия входит показывание серийных номеров для покупателя. И вот табличка. Вот. Данная модель имеет вот такой руль. Он регулируется в диапазоне 360 градусов. И есть возможность вот этим винтом его поднимать и опускать в зависимости по высоте. Вот такая ручка идет. Ручка у нас собирается. Это делается для удобства при транспортировке. Вот такие мягкие ручки. Вот идет стоп двигателя. Это у нас идет... Ну, в народе называют сцепление. Это мы выжимаем натяжной ролик. Вот. Акселератор. В мотоблоке установлен двигатель серии Weimo Deluxe с круглым цикличным двухступенчатым фильтром. Стоит новая выхлопная труба. То есть она усовершенствована. У нее больше пропускная способность и меньше выдает шум. У мотоблока Weimo 900-3 здесь идет трехручевой шкив, мы уже не будем снимать. И в данном случае клиент заказывает комплектацию Deluxe с фрезой, идут диски защиты растений и идет вот такой переходничок под косилочку. В комплектации у нас идут вот такие колеса, сейчас мы вам покажем. Вот. Восьмые колеса, 24-й шестигранник. Ну и сейчас мы покажем вам ее в работе. Вот. Техника Weimo запускается очень-очень удобно. Какая это скорость? Давай мы сначала вторую включим. Вторая скорость, это скорость предыдущей, на предыдущей модели это была как первая. Покажем, как он движется. Вот, раньше это была первая скорость. Сейчас это вторая. Для чего я это делаю, я покажу нашему покупателю, насколько вот первая скорость. Видите, насколько уменьшено сейчас передаточное число. То есть на первой скорости очень удобно работать. Ну и вот мы проверяем движение назад. Двигатель работает устойчиво. После этих всех проверок техника упаковывается на палету, затягивается, обкладывается картоном, и мы уже уверены, что наша техника с нашим сервисом доезжает нашему покупателю в исправном состоянии. И напоминаем, идеальная Weimo
для идеальных покупателей. Если захотите что-то еще видеть по услуге доверия, пожалуйста, пишите в комментариях, подписывайтесь на наш канал. Спасибо! We'll be right back.